Привет всем. Вот такой интересный аппарат приехал в ДНС DEXP LHV500. Центральный широкополосный, две пищалочки и по центру две как спаренные трубы, да, глушителя спортивной машины. Два таких фазы инвертора. Ну, нам говорят о том, что у нас здесь 400 ватт. USB, Bluetooth, караоке и так далее. Сбоку такие ручки интересные. Можно его смело переносить. По весу килограмм, наверное, где-то 6-7. Внутри у нас здесь в левой стороне уже классика. Органы управления, да, микрофоном, караоке, гитарой. По центру широкий дисплей. Кнопочка Bluetooth. Кнопка усиление басов и, в принципе, кнопка, она же главная кнопка громкости. Подсветка динамиков, блок кнопок с подсветкой. А, как написано, background sound selection, ну, то есть эффекты. Эквалайзер, по сути, кнопка паузы, включения. Справа у нас регуляторы громкости. Плавные все три, такой плотный пластик, пластмасса рифленая. Микрофон, да, опять же высокие, низкие, эхо, в принципе, и три разъема 6.3 для гитары, двух микрофонов. По центру у нас управление, понятно, треками, в принципе, музыкой. Кнопка громкости, она в виде селектора выполнена, еще и подсвечивается, то есть она сегментная. Ну и управление микшерами, микшерным звуком для, опять же, для караоке, для средних, усиления средних, уменьшения средних частот, 3D звук и так далее, то есть своего рода музыкальные эффекты. На передней панели, в принципе, можно увидеть, что он может, этот моноблок. Еще раз, это у нас DEXP LHV500 11499. Вот такой интересный квадрат.